наш постоянный спутник, изо дня в день, видимый и невидимый. Причина нашего возникновения, наше настоящее и наше будущее. Свет. Свет означает жизнь. Секрет нашего существования — это фотосинтез. Хлорофилл, окрашивающий листья в зеленый цвет, помогает растениям усваивать энергию солнечного света. В процессе фотосинтеза углекислый газ и вода преобразуются в глюкозу и кислород. Кислород нужен нам, чтобы дышать, а значит, жить. Свет состоит из электромагнитных волн, каждая из которых имеет свою длину. Белый свет — это множество волн с разной длиной волны, то есть разного цвета. Однако видимый свет — это только малая часть всего электромагнитного спектра, который помогает нам развиваться. Невероятное количество информации может передаваться со скоростью света. Для этого данные кодируются в инфракрасном диапазоне, и каждая длина волны используется как независимый канал. Световые сигналы таким образом передаются на большие расстояния с помощью волоконно-оптических кабелей. Это дает нам возможность отправлять сообщения из пункта А в любой пункт Б на земном шаре с максимально высокой скоростью. Солнце — источник света. Земля обращается вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров, и лучу света нужно около 8 минут, чтобы преодолеть это расстояние. Но свет — не только скорость. Это важный источник энергии. Солнечные батареи трансформируют его в электричество. Использовать свет — это одно из важнейших достижений человечества. Лазер собирает огромную энергию света в пучок, который способен сваривать или разрезать сталь.
Свет также применяется для создания электронных компонентов. Без них уже невозможно представить нашу современную жизнь. Свете фотоника позволило человечеству использовать свет во всех возможных диапазонах как базу для несчислимых сфер применения в нашей ежедневной жизни. Если кратко, свет — это будущее. И остается только один вопрос. Каким бы был наш мир без света? —